Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня играем в лотерею «Счастливая семерка». Скажу честно, на эту лотерею «Счастливая семерка» похожа новая лотерея от Столото 2023 года лета. 7.49 также она называется, и там тот же самый смысл игры. А какой здесь смысл игры? Стираем вот здесь защитное поле «Счастливое число» и ищем его под звездочкой. Нашли, стираем рядом слово «приз» и, собственно, выигрываем этот приз. Вот все просто, друзья. 3 миллиона рублей суперприз, 10 призов по ляму, 5 призов по 2 ляма. Возможность выиграть суперприз дважды. Вот как-то так. 100 рублей здесь получается утешительный приз, ибо здесь 200 рублей стоимость данной лотереи, как видите. А здесь призы 100, 200, 800, 2000, 10 тысяч, 20 тысяч и так далее. 65% призовой фонд. Вот такая свеженькая лотерейка. Давайте будем играть, друзья. Я желаю всем удачи. Обязательно подпишитесь на канал. И будет вам удача только в этом случае, друзья. Так, и себе, естественно, желаю удачи в этой лотерее сегодня. 15 у нас счастливое число. Едем, едем, ищем его. Надеюсь, попадется. А, 14, друзья, блин. Если 14 попалось, то уже, наверное, пятнашечка будет вряд ли. Ну да, в принципе, так и есть именно в этой лотерее. Видите, да, 14, если попалось, а у нас 15. Значит, 15 нам не видать, как собственных ушей без зеркал. Как-то так, друзья, обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс. Будет вам счастье, я всех обнял.